Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале интернет-магазина корейской косметики holyshop.ru. Если вы находитесь в поисках бюджетного крема для лица, то этот ролик для вас будет особенно интересен. Мы подготовили уникальную подборку топ-10 кремов для лица от бренда Мизон в ценовой категории до 1000 рублей. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Итак, на 10 месте крем для лица с прополисом и пчелиным ядом. Крем отлично подойдет для проблемной и раздраженной кожи любого типа. Он отлично справляется с шелушениями и покраснениями, заживляет акне и ускоряет регенерацию. 9 место занимает солнцезащитный крем для лица. Он обладает максимальной степенью защиты от солнца, отличается легкой текстурой, за счет чего не перегружает кожу. В составе крема содержится база органических экстрактов, которые дополнительно ухаживают за кожей в течение всего дня. На 8 месте плацентарный крем для лица. Он подходит для проблемной кожи, а также оказывает профилактический антивозрастной уход. В основе крема лежит концентрированная вытяжка плаценты растительного происхождения. Она дает мощный восстанавливающий эффект, укрепляет местный иммунитет кожи и защищает ее от пагубного воздействия окружающей среды. 7 место по версии holyshop.ru занимает пептидный крем. Он рекомендован для интенсивного ухода за сухой и зрелой кожей. Крем создан на базе высокой концентрации трипептида меди-1. Благодаря этому средство стимулирует процесс регенерации, укрепляет эпидермальный матрикс кожи, смягчает и питает, способствует выводу токсинов и также оказывает антиоксидантное действие. Крем-гель для проблемной кожи находится на 6 месте. Благодаря салициловой кислоте и комплексу органических экстрактов он оказывает лечебное действие, способствует заживлению ранок и воспалений, улучшает местный иммунитет кожи и также обладает невероятно легкой текстурой, которая быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. На 5 месте гель для лица на основе муцина улитки. Он увлажняет кожу, способствует повышению упругости и эластичности и также улучшает микрорельеф кожи, препятствуя появлению мимических морщинок. 4 место занимает суперувлажняющий крем для лица, который на 30% состоит из гиалуроновой кислоты. Благодаря этому он отлично увлажняет кожу, делает ее более упругой и эластичной, а также при регулярном применении улучшает цвет лица. На 3 месте расположилось сразу 2 коллагеновых крема. Лифтинг-крем отличается легкой текстурой и на 75% состоит из морского коллагена. Благодаря этому подтягивает овал лица и разглаживает морщинки. Питательный крем для лица с коллагеном подходит для всех типов кожи в рамках антивозрастного ухода. Средство обладает нежной кремовой текстурой. Благодаря гидролизату коллагена крем оказывает выраженный лифтинг-эффект, повышает упругость и эластичность кожи и замедляет процесс увядания. 2 место занимает знаменитый крем для лица, который на 90% состоит из муцина черной улитки. Он оказывает комплексное воздействие на кожу, уменьшает количество и глубину морщинок, борется с возрастной пигментацией, способствует повышению упругости и эластичности кожи, а также за счет улучшения регенерации клеток кожи способствует заживлению воспалений. Ну и, наконец, 1 место. Оно по праву принадлежит одному из самых популярных продуктов бренда Мизон – антивозрастному крему для лица All-in-One Snail Repairing Cream. Этот крем на 92% состоит из очищенного муцина улитки, содержит комплекс пептидов, эпидермальный фактор роста и ценные органические экстракты. Благодаря этому крем способствует сужению пор, увлажняет кожу, омолаживает и улучшает цвет лица. Таким был топ-10 кремов для лица от бренда Мизон в ценовой категории до 1000 рублей по версии holyshop.ru. А какой ваш любимый крем у этого бренда? Оставляйте ваши ответы в комментариях, нам будет очень интересно. Ссылки на все продукты, показанные в видео, вы найдете, как обычно, в описании. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Новое видео мы выкладываем каждую среду. Всем пока! Вот и пришло время подвести итоги нашего конкурса. Напомним, что мы разыгрываем глиняно-пузырьковую маску от бренда Eliza Века. Для участия в конкурсе нужно было выполнить 2 простых условия. Быть подписчиком нашего канала и оставить комментарий под видео о корейской косметике. Итак, мы подготовили файл с именами и комментариями всех участников конкурса. Их у нас 51 человек. С помощью сервиса случайных чисел выберем победителя. Ну что, начнем? Выпало число 13. Давайте посмотрим, кто это. Поздравляем М. Кахава.
А вы становитесь победителем конкурса, и теперь этот крутой продукт будет и у вас.